Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хотела спросить значение фразы «оставим негатив в прошлом». Что означает этот мужчина? До того, как написал это, много недомолвок и ссор было. Значит ли это, что он хочет это все оставить? Нет, к большому сожалению, нет, не значит, потому что оставление негатива никак не означает, что конфликты и ссоры перестанут быть. Вот. Никак не означает, что что конфликты и ссоры уйдут. Вот. Значит, наоборот, может быть, пока довольно неприятно вообще ситуация, вот, когда количество ссор может стать даже больше. Вот. Просто потому, что человек, например, он, допустим, как-то вот, ну, оставляя негатив, по его мнению, да, негатив, в прошлом, вот, он еще более болезненно реагирует на, ну, появление этого негатива в настоящем. Вот. То есть это вот такая ситуация. А также, ну, вот, на мой скромный взгляд, данная ситуация означает то, что человек не готов решать в общем-то, ну, проблемы, проблему ссор, да, проблему конфликтов, вот. Человек не готов это делать, вот, он, ну, на мой взгляд, просто хочет негатив убрать, вот. Ну, чтобы его не было, вот, при этом, ну, не относясь к негативу, да, как к чему-то, что, в принципе, ну, является, ну, довольно закономерным процессом, да, если нарушен какой-то процесс, ну, во взаимодействии, вот. И вот это, как, ну, как вот, как мне кажется,
нужно понимать очень хорошо. Это нужно понимать. И ссоры никуда не уйдут. В то же время вам необходимо увидеть, что и вы тоже какой-то вклад в ссоры вносили, и вам нужно увидеть, какой вклад ваш в конфликт, для того, чтобы со своей стороны изменить уже как бы свою модель поведения, вот. А то сейчас вы демонстрируете, по сути, такую историю, что ссоры и конфликты, да, они происходят, они проистекают только из-за мужчины, который вот, который конфликтует. Но это не совсем так, потому что в любом конфликте участие принимают два человека. Поэтому я воспринимаю эту ситуацию, да, я воспринимаю данное такое, если хотите, поведение, да, человека, если хотите, его решение, я воспринимаю как бегство от нерешенных проблем, вот, нежелание эти проблемы решать. Вот. И как следствие расплачиваться за это будете вы оба, чем, как, продолжением ссор. Вот. Потому что негатив является частью человека. Его не нужно оставлять в прошлом, его нужно исследовать, его нужно изучать, его необходимо проговаривать, грубо говоря. Вот. Вот что нужно делать. А по сути этого же не происходит у нас. По сути, у нас происходит только желание убрать эту часть, к сожалению. Ну и вот это, в свою очередь, отсылает нас как-то вот к тому, это отсылает нас. А что вообще вас объединяет, да? Вот. То есть, что вообще вас связывает, друг с другом, я имею в виду. Вот. И вот на это вам нужно, как мне кажется, да, обратить свое внимание, если вы хотите на самом деле
разобраться в этой ситуации. Вот. Как-то так. На этом все. Я, значит, ну, желаю вам всего самого доброго. Вот. Я желаю вам удачи и надеюсь на что? Я надеюсь на вашу обратную связь, вот, которая позволит вам увидеть для себя основные направления для психотерапии. Успехов, обращайтесь.